В Магадане провели межрегиональный форум высшего образования. Заседание прошло в режиме видеоконференции. Обсудили рынок труда на территории Колымы, повышение качества жизни на Дальнем Востоке, а также пандемию как катализатор изменений университетов. Также рассмотрели эффективные модели управления высшими учебными заведениями. Такой опыт межрегиональных совещаний не первый для Магадана. Подобные форумы проводились в других субъектах Российской Федерации. Мы сами участвовали, поскольку вот Zoom это позволяет делать, подключаться в разное время в разные места, да, но мы это делаем. И опыт разных регионов становится нам доступнее. То, как решают эти проблемы в аналогичных субъектах, дальневосточных, других районах страны, очень полезное мероприятие. По словам специалистов, некоторые технологии уже начинают внедрять в университет. Кроме того, СВГУ поделился и своим опытом с Камчатским государственным университетом и другими вузами. Специалисты надеются, что благодаря форуму качество обучения и жизни в Магадане возрастет.